Говорите. Ну вот у меня вот такой вопрос. Я вот смотрю, и в храме читают неправильно, то есть ударение неправильно. В псалтыри «Ведом во Израиле Бог». Ну то есть я говорю, ну Бога-то никто не водит. «Ведом». Вот. Вот такие ошибки многие, я смотрю, делают. Это надо делать поправление такие людям или нет? Вот я объясняю, но все равно как бы одно... Ну, хорошо, что стоит. Объясняешь. Правильные ваши слова. «Ведом», то есть известен, а «ведом» кто-то за руку ведет. Ну вот, у нас все читают. И сегодня читают так, вот именно псалтырь читает. Ну это одно слово. Дальше-то спроси, что читают, вообще не понимают. По-русски-то надо толковать. Что тут говорить? Вот заметьте, идет конкурс поступить в университет. Молодые люди. И 45 минут урок, а тут 3 часа стоят на церковном славянском языке, ничего не понятно. Что люди знают? Ничего. О чем? Что говорилось? Понятно. Поэтому у нас было, он спрашивает одна, говорит, взявшись орала, говорит, не обрящийся вспять не управен для Господа. То есть, кто пашет, орала, плуг, ненадежен. Спросили, что такое орала? Ну, пошел за Христом, да крыло-то назад не верти, не вороти. Смысл-то... Такой юмор. Есть еще такой смеялся, там я, говорит... Да исправится молитва, я же крокодила перед тобою. Вот как она услышала, ну, бабка, я же крокодила перед тобой. Вот такие вещи. Все извращенно. Отец не знал грамоты, считает панорама. Панорама в газетах. Он панорам. Ну, наверное, шарахнут, как суслики панорам прятать все будут. Так что, ну, что спрашивают-то мы? Русский язык такой богатый, что простое слово даже правильно сказано. Надо смотреть предыдущая тематика, и тогда только поймешь. Тут вот сейчас начали нападать на перевод, это русский перевод, это смешно даже. Русский перевод синодальный 1876 года, я отвечаю за это, самый лучший за всю мировую историю. Я читал на разных языках, смотрел, а мне Господь давал знания на это. Но дело в том, что переводил, как у немцев, один Лютер Мартин. У русских 4 духовные академии. И проверка шла, где? А те люди, которые даже канонизированы будут, как Филарет, митрополит, Глухарев. Вот смотри, если мы внимательно будем считать любое слово, ну, что спрашивают, да у нас... Говорит, чело и лоб, очи и глаза. То есть в других языках-то нет этого. У них Господь и Господин – это одно и то же слово. В английский лорд стоит, у немца гер. Одно слово-то, а мы знаем, Господин – это здесь, а Господь – там. Так что мы русский язык-то еще толком не знаем, где его применить и как. Поэтому люди, иностранцы, вот торгуют у нас тут, урюк, да все. Говорить не знает. А как не по его, загнет по матушке по-русски. Знаете, отец, вот у меня тут один не русский, и он говорит, мне пишет, благодарю вам. Я говорю, не русский, правильно сказал, а то благодарю вас. Я говорю, как это, даришь ты вас, непонятно. Я говорю, не русский, правильно сказал. Ну, понимаете, вот у русских 6 падежей. А когда... Начинает дальше, оказывается, 7. О Боже, к какому относится? О Боже, к какому падежу? У нас одна ложка, 2 ложки, ударил ложкой. А в английском нет спун и все. Если я подставил множественно, падежей нет ни одного, один падеж. А у нас, ну сколько тебе лет? 5 лет, 6 лет, 7 лет, 8 лет. А дальше начинается, 1 лет-то ты не скажешь. 21 лет, 29 лет, а 21 год. Одно и то же. А вот менять надо, никак нельзя это по-другому-то. Наш язык вот на стол. У них там лай сказал и положил. А у нас эти были туркмены в армии. Сказали, поставь на стол вот это ведро-то. Он поставил, теперь просто не дали. Он говорит, а я просто на столе поставил там. А просто уже не поставить, а положить. А смысл-то один, а мы смеемся. Что смеяться-то? Вот у нас пришла немка была, уток держали там. Она пришла, не знает, как селезень сказать. Так говорит, ох и жирный уткин муж. Но она права. А мы-то слова не знаем. А это enter.
Ну, надо знать, это немецкий язык. Я вот их испытываю, я говорю, ты давно в Германии? Да уж 30 лет, все знаешь, да? Я говорю, переведи мне. Ястреб поймал суслика, но коршун отобрал. Он, а как? Ястреб, я говорю, гайер. А коршун, я говорю, гобехт. Он не знает слова даже совсем. Ну, то есть обиход 300 слов, он вполне обойдется. А эти слов-то не 300, а 3000. Так что тут снисхождение надо иметь. Ну и подсказать. А если не понимают, так же ты понимаешь, если кто понимает, то смеется. Вот один говорит, там на арене выступают артисты и поют по-итальянски. А в это время корабли подошли там где-то в Одессе-то, ну и моряки пошли, смотрят, дай-ка мы зайдем в эту консерваторию-то. А он, который стоит, они сзади что-то его там, девочки-то, а он поет, и народ-то смотрит, ой, какая хороша, он говорит, у меня пуговки сзади расстегнулись, застегните их. Он говорит им, а никто не понимает ни одного слова. Понимаешь, сколько смешного бывает. Русский язык такой богатый. Что главное, букву «ё» уничтожили, нигде нету. «Мое» или «моё», «её» не, нету. «Ёжика» написано «ежик». Как ему считать? Ну, а для чего так сделали, чтобы шпионов ловить? Заочно не выучить русский язык никогда. «Е» и «ё» – это надо жить среди людей. «Ё» – везде. Александр Исаевич Солженицын, когда стали добиваться разрешения, чтобы переиздать все его книги, он говорит, разрешаю. Одно условие, чтобы где нужно по смыслу «ё» поставили точки. Вернули из плена в русскую букву «ё». Вот у меня сейчас готовится опять, везде переименуют в «ё». И в стихотворениях, и везде. Вот так, дорогой брат Александр, отошел с Богом. Прости, Христос. Аллилуйя. Хорошо, смотрите за этим, помогайте. Ваша мысль правильная.